Всех приветствую, друзья. Ну что, подошел осенний коп к концу. Такие вот результаты получились осеннего копа. Вот, ну что, по пуговицам. Такие вот пуговки удалось найти. Пломбочка фальшивый. Фальшивые 50 копеек хотели делать. Вот это не знаю, монету продырявили медную. Вот, медные монеты, конечно, тоже есть. Более-менее в хорошем, некоторые в уставшем состоянии. Вот эти две монеты, два, а чего? Австро-Венгрия. Вот. Австро-Венгрия. Но она была зеленая, я почистил и все. Монета убита. Вот. Советики, серебрушечка. Попалось колечко, 84-я проба. Вот значок такой, красный крест. Еще основа для знака красных командиров. Если я правильно посмотрел информацию в сети, то для латышских красных командиров. Вот пряжечка такая в северо-западной железной дороге. Отличная, с зацепчиками, с воротами. Пехотный такой орел интересный. Тоже зацепчиком из... воротами. Подсвечничек. Ложечка маленькая такая латунная. Большая ложка. С клеймом ВВ. Женская пряжечка. Часть. Вторую не удалось найти. Вот этот вот непонятный предмет. Что такое? Неизвестно. Ну и порадовали, конечно, вот такие вот часики. Точнее, что от них осталось, от каминных часов. Вот. Марка Депос. Номерные. Вот. Ну вот, в принципе, вот такие результаты получились.